Процесс по громкому делу о неуплате налогов в крупном размере начинается сегодня в Минске. В суде Заводского района пройдет первое слушание по уголовному делу в отношении минчанина, который обвиняется в том, что помогал уходить от уплаты налогов известному белорусскому бизнесмену. Всего по делу о неуплате налогов одной из международных групп компаний, которая объединяет предприятия различных отраслей, проходили 20 человек, в том числе председатель совета директоров белорусский предприниматель. О его задержании стало известно еще в 2017 году. Некоторое время топ-менеджер находился под стражей в СИЗО. После выплаты причиненного ущерба его отпустили, но дело в отношении него не закрыли.